К другим темам. Крупное ДТП в Павлодарской области. Сегодня ночью при выезде из Экибастуза Volkswagen Golf столкнулся с рейсовым автобусом. В результате водители и двое пассажиров легкового автомобиля, в том числе 14-летний подросток, погибли на месте. Одна из причин аварии – плохие погодные условия. В регионе несколько дней стоит туман. Все погибшие – жители поселка Солнечный, что в пригороде Экибастуза. В автобусе же находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Истинные причины трагедии станут известны по окончании расследования и экспертиз. Между тем, это уже вторая крупная авария в регионе за последнее время. Накануне также на трассе Павлодар-Экибастуз произошло лобовое столкновение автомашин Audi и Volkswagen.